Ты будешь как бы заходить. А мне заходить лучше и появиться? Если не получится, как бы не будем выкладывать. Завтра снимемся. Мне всегда кажется, когда только начинается видео, я начинаю говорить всякую, ну, не всякую, а как будто бы я слишком мало разговариваю, мало шучу. В итоге такая смотрю, ух ты, блядь, сучка, нормально, вроде разговаривала, оказывается. Ну ладно. Именно в момент как-то, типа, что я сказала, какую-то фигню сказала опять. Всем привет! А сегодня будет обзор моего человека. Я буду показывать вам частичку своей... Чего? Частичку своей личной жизни, причем очень большую и важную для меня. Так что представляю вам. Он сейчас настраивается, улыбается. Иван! Блин. Давай, заходи. Ну давай! Он просто стесняется немного, вот. Немного. Поддержите его, пожалуйста, лайками. Почему это казалось проще? Ну давай. Ну уже как-то неловко, как мне зайти? Эффектно? С ноги. Сносишь микрофон просто. Ты можешь вот так вот. Ну нахер. Да давай, мы же с тобой угорали уже. Это было до. За снятие. Я здесь как будто на сцене себя чувствую. Представь себя не на сцене, а просто в изоруме. Мы с тобой угораем. И это не выложится никуда. Мы просто снимаем для себя, угораем. Да? На камеру. Все, окей. А так легче. Просто в изоруме стою. Посмотрите, какой мужчина. Это обзор. 1.75 м. Вес. С какой у тебя вес? Не знаю. Ну, где-то килограмм. Как у тебя? Нет, потяжелее меня. А, на 5 килограмм где-то. Короче, я 53, Вань где-то 56. Скажи, 50... что обманщик. 56, короче, где-то так, в общем. В камеру, да, все время смотреть? Или на тебя? Ну, пока хоть куда. Новичкам хоть куда. Новичкам. Новичкам. Да я сама как-то это, знаешь, немножечко. Хотя нет, я все равно себя поувереннее чувствую на камере. Так, камера включена, работаем. Ладно. 4 года стримов, 3 года Ютуба. Я такой пришел. А ты, кстати, привет сказал? А надо? У меня какой-то истерический смех. Привет. Блин. А как вот тебя назвать? Парень? Молодой человек? Мужчина мой? Мы же что-то можем вырезать, да? Да. Только, блядь, давай не будешь мой кал оставлять. Ладно. Настраиваемся на видео. Давай. Ну, хорошо. Можешь меня называть как хочешь, но чтобы это было креативненько. Как хочешь, но креативненько. Человек, который разделяет со мной постель. Я уже так говорила. Да, ты говорила, да. Это поэтому некрасиво. Тебе прям сейчас надо прям сейчас, да, сейчас придумать что-то такое прям. Мой пупсик. Чего? Ну, понятно же всем, кто мой пупсик. Моя шуга дэдди. Вот подожди. Если я буду вот так вот смотреть в камеру, и потом я буду как охранник, как часто на нее смотреть? 5 секунд? 15? Есть схема? Как ты смотришь в камеру? Да надо просто расслабиться и все. Ну, иногда смотреть. Когда я смотрю на шутки за 300. Шутки за 300. А для чего я тебя позвала на свою программу? А как программа называется? Программа называется «Кто это?» Кто я? Нет, не кто я, а кто это? Подожди, это прям программа? Ты кого-то еще будешь приглашать? Это программа всего лишь на один выпуск. То есть я вот только сейчас и пока. Хотя, если еще позвать своих родственников там... Кого? Тоже, типа, кто это? И вот представлять, кто это. Мой брат. Мой брат. Мой брат. Моя сестра. Моя мама. Мой папа.
Мой отчим, мой отчим, папа, бабушка. Если она дойдет. А дедушек нет? Потом друзей, которых нет пока что. У меня есть только один друг, парень, человек, с которым я живу. Можно жить такое? Мы живем вместе, если что. Мы об этом не говорили, потому что не хотели. Она не вообще говорила. Ну, как бы, я не говорила. Я вообще не говорила о своей личной жизни, потому что вот так вот хотелось. Был один неудачный опыт. Какой? Это когда на стримах еще по Доте. Мы с тобой. Когда все начали ржать, что я... Короче, да, я решила также познакомить свою аудиторию. Так а что-то я грустно? Или это логическая структура? Я не знаю, я просто говорю. Что в голову пришло потом там это. Так продолжать мне говорить? Надо попить. Может, ты мне дашь хотя бы время эфирное попиздеть? А тебе? А слушай, а я говорю, да? Ты... Я молчаливая. А как тебя зовут? А как тебя зовут? Я уже истории придумываю, что рассказывать. Ладно. Блин. Кока-кола. Этот ролик вообще импровизация. Мы не готовились к нему, кроме того, что мы готовились к нему один день. Но правда, у нас не получалось все смонтировать. Я думал, мы будем сейчас с тобой какую-то херню делать, а ты не будешь рассказывать. Да блин! Ты просто начала ебать рассказывать всю нашу, блядь, жизнь. Не, конечно, круто, если ты можешь просто вот мое фото и рядом, блядь, текст, и ты его за кадром озвучишь. Я думал, мы будем там, не знаю, какую херню подбрасывать. В смысле? Типа, смотри, какая она прикольная, какой он прикольный, да? Ну, мы же знакомимся. Хорошо. С аудиторией, я не знаю, что как бы. Вот, да все, что вам нужно знать. Ваня, 26 лет. Мой парень. Периодически будет появляться... Ой, я АСМР уже. Буду? Периодически будешь появляться, да. Ну, если ты хочешь. Будешь? Ты вообще сам хочешь появляться? Я даю тебе говорить. Я не знаю, это профессиональное. У меня иногда такой смех вылетает какой-то. Ой, прости. Блин, опять. Я пошла. Какой вопрос? Был вопрос... Какой был вопрос? Был вопрос, будешь ли ты сниматься в моих видео? А можно? Нет. Куда пошел? Ну да, можно, конечно. Я тебя зачем позвала? Зачем ты меня позвала? Я просто хочу познакомить аудиторию с тобой. Мы же с тобой договорились. Нет, не договорились. А о чем договорились, по-твоему? Ну, что вот мы знакомимся. Ну, я бы не пришел тогда. А буду ли я еще сниматься, тоже другой вопрос. Ну, я поэтому сказала, мы же договорились. Как бы. Ну, что я снимусь в этом выпуске. И мне заплатят. А в следующих выпусках? А заплатят? Почасовую. 50 рублей. Ну, допустим, я пришел к блогершу. Невероятный, прекрасный. А что блогеры говорят в ту дырку, которую я вижу? Они говорят то, что хотят на какую-то тему, которую придумали заранее. Заранее? А я должен импровизировать? Ну, мы решили, что это будет импровизированное видео. Тем не менее, мы уже 15 минут, если что, болтаем. Это, по-твоему, контент говорить все подряд. Или это и есть блогинг? Так а вдруг это будет так весело? Так и ты на этом зарабатываешь. Говоришь все подряд. Как будто бы ты не знаешь. Ну, я как бы не участвовал в самой. Так со стороны ты смотришь. Как ты, кстати, себя сейчас чувствуешь? Чувствую. Как будто я на какой-то сцене. До сих пор? Да. Не могу расслабиться. Просто с непривычки еще такое. Я тоже когда только запускала стримы. Стрим. А меня... Смотрело три человека. Да, три человека. А меня сразу на блогинг 300 тысяч подписчиков. На, говорит, просто расслабься сразу. Ну, кто-то тебя, кстати, знает еще со стримов, помнит. Четыре человека, да? Все хуйня, давай по новой. Давай. Че, правда, по новой? А че, нет? Продолжаем? Да, давай. Дубль 2! Ваня! А фамилию можно говорить? А ты говоришь свою фамилию? Да. Я Светлана Мартюшева. А я Ваня Сказкин.
хреново без сценария. Это новое видео я представляю вам для того, чтобы познакомить вас со своим молодым человеком Иваном. Привет! Это, кстати, не ASMR-видео, а, как вы уже слышите, услышали с первого момента. Потому что мы так решили попробовать отнять не ASMR-видео. Потом уже будет ASMR-видео, так что не переживайте. Расскажи нам что-нибудь. Что? Каково встречаться с ютубером? Вот это вопрос. Если бы я с тобой познакомился, когда бы ты была ютубершей, тогда, может быть, я бы что-то чувствовал. А так ты какая-то обычная дворовая девчонка для меня. Ну, я-то со двора. Во дворе же познакомился. Ты сейчас все представление у зрителей обо мне испортишь. Это блогерша. Я глубоко уважаю тебя, но ты дворовая девка. Обычная. Так и есть обычная девчонка, которая стримит, снимает ролики, у нее есть теперь аудитория какая-то. Ну что обо мне мы говорим? Давай поговорим о тебе. Сколько тебе лет? 26. А кто ты по гороскопу? Водолей. А погоду? Кстати, я тоже, я не помню, кто ты по году. Год? Да, погоду. Или бык, или свинья. А какой твой рост? Ладно, я уже и так знаю. А, хотя, блин, это же для зрителей, да? Какой? Хорошо, я тебя спрошу. Про тебя прям все знают люди? Нет, не все. А что люди хотят знать про тебя? Люди не знают. Где ролики? Они готовятся, но очень медленно. Какие? АСМРные. Конкретно. Когда озвучка? Отстань! Я не знаю, когда будет озвучка. Почему? Потому что я сейчас готовлю другие видео, и это вообще другая тема, кстати, для видео, как бы прикольно. Вот давай, сколько, в личную жизнь сколько через год это видео посмотрят людей? Делаем ставки, чатик. Я ставлю 1100. 100? Да, где-то так. Потому что, ну, это все-таки не ASMR-видео, и не типа всем интересна личная жизнь моя, там, короче, это, можно так сказать, видео для своих, кто вообще, ну, кому я интересна, и интересны мои интересы, мои увлечения, мои увлечения, мои люди, мои парни. Мои? Мой парень. В следующий раз. Обзор моего нового парня. Ладно, нет. Кстати, встречаемся уже... Не говори, пускай это будет. Это секрет. Это следующий ролик. Что ты мне в рот суёшь? Короче, очень долго мы встречаемся. Больше 5 лет. Зачем этот палец был здесь? Фу, ты хоть руки мыл? Смотри. Мой рот уже помыл. Я мыл руки. Но как обычный человек, я брал телефон. Кстати, и почему? Как обычный человек, я его иногда беру в туалет. Не, ну ты как хороший человек также помыл руки из туалета. Я помыл руки из туалета. Потом взял телефон, чтобы донести до сюда. Так что... Ты подлый человек. А... Ну ладно. Я только сейчас это осознал. Твои глисты, мои глисты. Да, это вес посмотрит 100 тысяч, я, конечно, офигею. Ну, в смысле, через год. Что еще о тебе можно узнать зрителям? А что обычно вообще людям интересно? Что людей? Вам интересно? А, да, сейчас на тебя ответят. Это же... Так они же могут в комментарии написать, это вдруг новое видео какое-то будет, типа, ну, более глубокое здоровье. Знакомство. Что? Да ничего. Покажи свои волосы. Потому что вдруг ты их обстрижёшь и... Он их отращивает уже, наверное, 2 года. Да? 2 года же? Не знаю. О, какие они длинные стали, конечно, это жестко. У нас, кстати, одинаковый цвет волос с ним. Мы не заметили. А еще нас постоянно путают. Мы такие, допустим, идем за ручку или там. Меня, короче, путают с девочкой. Нет, я не про это хотела сказать. Но меня иногда с пацаном, потому что я одеваюсь иногда. А, что мы как... Я хотела сказать, что мы как... Нас путают, что мы как брат с сестрой. А я так и буду продолжать так стоять, или я могу заплестись? Как вам его длинный волос?
Я вот не знаю, мне они нравятся. Почему? И нет. Почему? Я просто хочу дреды сделать. Угу. Не подстригать дреды. Ну, блин, почему бы и нет? Разбавляю атмосферу, потому что пока нет срезок, это... Люди это смотрят, типа, чик-чик, ха, кроп, все, а мы здесь. Ну чё, генерируй контент. Мини-танец. А в честь чего? Не знаю просто. Блин, ну я не могу, я себя очень деревянно ощущаю. Короче, основная тема этого видео — это то, чтобы вы узнали... Надо что-то делать. Допустим, кто больше выпьет воды? Кто глубже мороженку засунет? Я знаю. Ты. Сразу видно блогер. Ты не дал мне это засунуть дальше. Ну, дальше уже холодно. Я не думала, что у тебя настолько глубокая глотка. Охренеть, это можно мороженку за раз съесть. Я понял, что тут надо на тебе делать. Все всовать в рот, да? И поглубже. О, давай, насколько я тебя выше. Класс, будем вот так вот на сравнение. Настолько. Вот настолько, насколько видите. Блин, вот из этого можно... Короче, из этого видео... Угу. Я слушаю. Что мы узнали, Иван? О тебе. Что, меня зовут Иван, мне 26 лет, мой рост неизвестен, вес плюс... Известен, я же сказала. И сколько? 175. Ты уверена? Ну, что-то вот такое. Давай мы сделаем здесь срезку. О, Боже, веселимся. Он пошел за рулеткой. Ууу, тигр. Ну, давай. И зачем это надо? Мерим рост. А, я же хотел, чтобы мы не врали на YouTube. Понял. Да-да. Угу. Давай. Можно, да? Выправлюсь? Да, конечно. Так-то я в жизни обычно более согнутый. Чисто так это, да. Подавленный. 172! Я хотел услышать что-то другое. Что я выше. Хотел услышать хотя бы 176. Ну, если я, конечно, еще четко. А ты? Давай. Я так и не выросла со школьных времен. 165. И все? Я не врала. Рулетка, правда? Итак, Кока-Кола. Мы узнали, что тебя зовут Иван. А, мы опять подытожим. То, да, ну уже близко к концу. Я Иван. Блиц-опрос. Ой, близко нет. Тебя зовут? Иван. Твой рост? 172. Твой гороскоп? Водолей? Да. У тебя самая глубокая глотка. Из нас двоих. У тебя длинные волосы. Это очевидно. Да. Чё еще? Это все, что ты обо мне рассказала. Ты столько говорила. Давай, еще. Ты являешься моим... рабом. Давай все-таки немножко отзеркалим. Ведь я часть тебя. Давай. Поэтому. Как тебя зовут? Света. Тебе лет? 25. Ты делаешь... 24. Ты делаешь... Ютуб. Ты можешь... Есть. Ты встаешь? В 5:30. Не встаешь. Вру. Иногда. Ты думаешь? О себе. Ты хочешь? Есть. О себе? Есть? Ты что-то поела? Ладно. Ты? Я. Мы? Все. Мы ебались? В жопу. Ты ебалась в жопу. А ты не ебался в жопу? Нет. Осознанно. Может, я когда-то и выебал? Ну, я не знаю, так не помню. Или я не гей. Хотя, ебаться в жопу и быть геем — это разные вещи. Поняли? Наука. Ты сосала? Короче, самый интересный вопрос. Хорошо. Сколько сантиметров? Какие у тебя идеалы? Сколько сантиметров? Ты просто игнорируешь этот вопрос. Сантиметров чего? Хуя. Тащи рулетку и усладу. Зачем усладу-то? Чтоб ты смочил, а мне самому что ли надрюнькивать? Тебе достаточно представить. Или у тебя так не встает по-другому? Уже после 7 лет с тобой? Нет. Ты че, блин? Пошла ты нахуй. Тащи. А че? Тебе он мал?
тебе помочь? Она такая, вы сраны твои зарубы, блядь. Я пытаюсь быть красивой на камеру. Мы давай, обычно... кто сильнее лбом ударится. Ой. Подожди, реально? Зачем? Не знаю, зачем ты согласился? А зачем ты согласился? А ты зачем согласился? Блин, ну это не сильно. Я могу сильнее. Блядь, вот такой я. Ой. У меня синяк путь. Я так один раз уже долбанулась башкой об косяк. Я думала, ты послабже. Блин. Блин, а что потом будет думать? Что я вообще тут? Нормально. Я просто знаю, на что она способна. Ну и тебе-то она вот такая, монашечка. А тут она лбами может биться и даже не обидеться. Ты, блин, согласился? Офигеть! А если пьесу всей силы тоже вот так вот выдала? Реанимация поехала. У нас было сотрясение? Ну, у меня, по крайней мере. Это самое тупое сотрясение было. Тебя тоже окрасило. Сейчас будем стоять такие с двумя шишаками красными. Блин. Она прям образовывается! Я прям чувствую, какая она мягкая. Ты чё делал? Чё, я ж тоже ударился. Так у тебя вообще ни хрена нет. Вот когда на Пасхе бьются двумя яйцами, я то самое крепкое яйцо. А у тебя... Блин, у тебя вообще ни хрена, у тебя покраснело чуть-чуть и всё. Значит, мне не надо целовать в лобик. Спасибо. В общем, мы поняли, кто я. Вот этого я от Светы и ждал, да? Вот такие комментарии, думаешь, будут? Наконец-то! В общем, вы узнали мало чего о Ване. И прилично так узнали обо мне. Они вообще поверят в то, что мы, ну, друг друга любим, там, потому что мы с тобой общаемся как... Я вообще думал, что ты меня позовешь, я вот так вот отстаю, как бы... Что ты просто простоишь и ну, все, да? Я очень нежно и спокойно буду разговаривать. И начинала. Проиграл. Я не представляю, как я это буду монтировать. Монтирую. Все, мы хорошо снялись. Пока. Куда? Я просто, чтобы попасть, я смотрю, это же, знаете, блогеры, все смотрят, хрен пойми куда. Так а ты? Буносяру прямо, простите. Простите, Иван. Ну, что да. Люди подумают? Что? А все, мы это уже не выдержим. Ой, началось. Я по-настоящему. Вот это ее любимые игры. Это игры Кабара. Игры Кабара. Давай я сдамся. В нашей семье не принято сдаваться. Он уже высох почти. Вполне в запас. Все тебя не любить буду. Я буду все не любить. Я же говорю, что в ролик хуйня. Все от меня отписались. Я как терпила. Я думала, Ваня будет стесняться. А он такой, он давай лбой подолбился. Так вот, как снимают видео, особенно трэш-видео. То есть тут еще лайтовые такие, как бы. Или не лайтовые. Обычно. Всем привет. Сегодня ролик. Знакомимся с моим молодым человеком. Его зовут... А, это же я. Я так и сделала. Над кем ты поржала? Я не знаю. Блять, мы стоим и хуем в час, блядь. Нихуя не делаем. Я бы, типа... А что бы ты сделал? Что бы ты сделал? Давай, что бы ты сделал? Заново видос снимаю. Я гость. Слышь ты, моя пизда, как у тебя дела? А сейчас мы познакомимся с этой крошкой. Как тебя зовут? Света. Сколько тебе лет? 24. Пиздуй отсюда. Нахер. Да хуй.
Я сдерживаю свою силу, чтобы тебя не избить. Не сдерживай. Бля, сдерживайся. Я еще не со всей силы. Твое больше. Блин, как хочется на шпагат сесть. Мне ноги хочется потянуть. Садись. Подожди, не садись. Да сними вот эту хуйню просто с камеры. Вот эту? Да. Пораньше бы ты это сказал. Видосы про моего парня. Я, блядь, сажусь на шпагат. Ой, воу! Уже больно! Это не будет слишком, типа, я делал ликинги, и смотрите, я бьюсь лбами. Да, нормально. Я выгляжу к концу ролика слишком слишком потрёпанно к концу видео выгляжу. Ты выглядишь прекрасно. Короче, я надеюсь, что будет вот такая съемка подобная на моем канале. Я думаю, это будет, ну, интересно, может быть, это будет что-то новое. Дрэха? Пишите в комментариях, как вам вообще такое видео. Пишите в комментариях, как вам такое видео, понравилось или нет. Может быть, вы узнали больше меня, больше... Теперь еще один человек появится на этом канале. Нет, не факт. И, ну, не факт, короче, что он появится. Что мне еще вам сказать? Я думаю, что на этом достаточно. Если вам понравилось, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. Пока! Все, я не хочу это даже монтировать. И давай заново вас начнем. У вас девушка, девушка-блогерша, 30 подписчиков. Ты сама в таких ходишь? Я вот в каких хожу. Ну, сейчас на съемку оделась. У тебя-то вон какие толстые, хорошие, теплые носки. У меня бабушка в таких ходит, любит. Это еще один факт обо мне, и я хожу в таких носках. Все. Давай, нахуй. Зай, ну тебе пиздец.